Россия отклонила почти все предложения Соединенных Штатов по размещению миротворцев ООН на Донбассе. Таков результат встречи в Белграде спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Уолкера и помощника российского президента Владислава Суркова. Американские дипломаты предложили 29 дополнений к российскому проекту резолюции. Москва согласилась только на 3. Впрочем, представители России и США солидарны в главном. Минские соглашения должны быть реализованы. Стороны намерены и дальше продолжать диалог.